Начать, не знаю. Короче, начать запись я нажал. А, я придумал тебе придумал. Когда ты готов? Создать нового пилота я жму. Давай, чё там? J-O-P. J-O-P? Чё это значит? Да, жопа. Слово счастье? Да, сука. Ну. J-O-P, окей. Так, окей. Так, короче, пишем любую хуйню, да? Так, да. Вот. Feel still gay. 82, январь. Ой, блядь, январь, это январь, ноябрь. Ты еще и ставишь до дня рождения, что ли? Вторую хуйню выбирать, подключение через протоколы, да? Вот это хрень. Да, ну, среднее там. Так, а дальше что? Создать сервер, да? Создать сервер. То есть все у тебя приехало. Дальше NST. Ну там окей, просто нажимай. И трав. И 10 десятку выбирать, да? Ну не, если они все белые, то все заебись. То есть если там ты как выбираешь этапы, нажимаешь что-то там, Enter или что. Ну мне будут... участки этапа, тут всего 10 участков. Мне 10. Да, 10 да, отмечать, да. И тебе не надо их отмечать, они просто. Если они все белые, значит ты их все поедешь. Их можно отключать и включать там по. Нет, у меня этапу. Можно выбрать какой-то из этапов. Сейчас этап. А, бля, я понял, у меня написано ралли один этап. Ёба. А, надо один. Блядь. Надо. Надо что выбрать? Один заезд или один на время или что? А, блять, там один этап это, блядь, что-то нет. Там есть один участок и один этап вроде. Да блять, ничего там есть не надо. Есть один этап и один участок, да. Это в сетевой игре. Да. В сетевой игре такого нет, не надо врать. Ну как, я вот пишу, вот создать сервер я нажал, тип игры, ралли, один участок, на время, один нет, заезд. Нет, не один там... участок, один этап надо, да. Один участок, один этап есть. Один этап. Ну, у меня как... был один этап. И дальше идет участки этапа, вот. Вот, нет. Если, вот, смотри, если там 10 штук и все они белые. Нет, это... у меня не 10, не все они белые, я выбираю, какой из них сделать белым. Все делай белыми, короче, все здесь. Я их могу делать черными, наоборот. Блять, что у тебя за видеокарта такая или что у тебя там? Ну, короче они должны быть белыми. Я их все отметил, короче, вот еще. И они у меня черные сейчас. Да ну нахуй. А отметь, чтобы они были белые. Еще есть цвет какой-то там? А, ну там. Значит они были все отмечены. Ну. Как бы они не белые, а просто светлого цвета. Блять, они должны быть цвета, блять, как эти, все, вот как все шрифты в этом. А они тут разные, есть зеленого цвета, есть белого. Все белые, блять, пожалуйста. Короче, ты понятно, что они все и так отмечены, скорее всего. И... Ну так я тебе просто говорю, все отмечены, не надо. Так, там... ну Ford Focus пусть будет. Нам нравится. Всё, у тебя на всю, короче, на весь чемпионат Ford Focus. Так, старт. Вроде старт. Окей, старт, да, там. Так, а тут еще настройки, вот там есть. Ну да. Так ты стримишь уже, да? Я не стримлю, я просто записываю. Ну, а, ну, ну вот, я короче. Я просто ничего там позориться, я сейчас буду посохнем. А, ну окей, в общем. Там по правилам, вот у тебя, вот ты все готов, у тебя есть полчаса, чтобы выдать скрины Левальскому после того, как ты есть полчаса, чтобы отсосать мой либерал. Так, настраиваем мы машину, да. Ну это уже как надо. Как хочет. Драйвер, ну нормально. Так, приди на коробку передач, блядь. И коробки, и подвеска мягкая для пересечения, ну давай мягкую сделаем типа мягонько, блять, а там на время вся эта хуйня. Ну, ладно, а да вот в сетевой игре не нужно дается, кстати, блять, ладно, поехали на чем есть, на том и поехали. Сейчас, блядь. На втором повороте влетишь. Не, я помню, первую трассу, блядь. Там
6. На 90 налево. Градусов направо. Ну да, будет там такой пидорский блядь, поворот, блядь. Я не торопясь поеду. Тише едешь, блядь. Целее. Денис, по полю. Здесь, блядь, Денис. Через меня Денис полугол. Блядь, жалко, конечно, что я машину не настроил, нихуя. 33 налево. Только успел, блядь. Эх, блять, штурман, блять, робот. Налево. У меня штурман робот. Здесь, сам. 30, длинный 5, направо. Вот так. Хотя бы партизана пьяного садить на соседнее сиденье. Ну считай, что я рядом сижу, блять. У меня пиво тут полбутылки осталось, и я спать. 50, возможен, если успеешь доехать, то ладно. Если нет, то сам как. Блять, тихо, тихо. Пиши шею, сломаешь моя прелесть. 35 направо, затем 6 налево. 53 направо. Затем 3 направо. О, блять, а вот и первый залет. 55 направо. 50. Возможен полет. Затем 5 налево. Затем трамплин и 6 направо. 36 налево. Затем 6 направо. 35 налево. Разметку можно сшибать, интересно. 36 направо. Часовая-то там где? Ну где? Желтая хуя божья. Про какую-то, может. Ну да, желтая. Да, что, блядь, нужно, наверное, хули нам. Окей. Первый есть. Так. Все видно, да. На ТЗ. Так, продолжить. Перейти к следующему участку. Окей. Так, настройка, блять. Я успею. Сука. Подвеска очень сильно на сцепление, мягкая подвеска. Я не успел мягкую подвеску. Мне нужно не настраивать, тебе сейчас ремонтироваться в первую очередь. Пизду, блять, я лучше настроюсь. Баланс. Так у тебя машина ехать не будет, если ты не отремонтируешь. Да я не сильно убился, нормально, все, не мешает. Давай, вперед, блять. Я курва, блять. Курва, курва, матка пердоли. А, блять, здесь слабее тормозов. Ты не успел на фото походить. Или осталось 20 секунд, наверное, да. Так, ну выше давай. Так, а ремонт я успею? Нет. Подвеску успеваю. Блять, 18 секунд осталось. Нихуя ты, блять, шустрый так успел. Блять, управление. Да управление, нахуй там, первые 5 пунктов на главное сделать, а остальное да. Пох. Кузов, электроника, это все делать. Бля, все по 12, ёба, народ. Там 8 минут глушак можно еще сделать. А, 0, все, пиздец. Ну нормально, я успел. Нихуя ты, блядь. Ну ладно. Я, правда, почти наугад, блядь. Читать надо, блядь. Ну да, там есть, блядь. 50, полет в ней, 6 направо. 35 налево, через трамплин, затем 5 налево. Блядь, все тут надо набирать скорость. 5 направо, сложный. 56 направо. Затем 5 налево. 36 направо. Ну ты, блядь, вышел, блядь. 75 налево, затем 5 направо. 70 трамплин и затяжной 6 направо. Ты гонишь? Тихо, тихо. 50 трамплин, затем 5. Что там, небось, давитель какой-нибудь задрот, блядь, самый, да? Не, там, блядь, еще пизже давитель есть какие-то, товарищ. Шурикен какой-то. Понятно, да сюрикен нет. Тоже просто так не регается. А ты его знаешь, что ли? Да, конечно. Ну вот он, короче, там... Конечно. Делал там, конечно, в душе не было. Конечно, в душе не было. Не знаю,
Ген играет там в МК, по-моему. 55 направо. Сервис. 6 налево. По-моему, я конечно знаю. По-моему, в МК. Не, он участвовал в Dragon Souls. Я просто его помню, потому что я его в итоге, ну, короче, дисквалифицировал. Потому что он мог только в выходные. Затем 6 налево. Он на меня остался обижен. А, я помню, помню. Слушай, не бухты. Блять, мы там месяц не могли заиграть, типа. Из-за него. Ну, в том числе из-за него, не только из-за него. Может, это клон Роя Мэнсона? Потому что мы как-то собирались несколько лет назад еще сыграть на четверых. Первый, наверное, там, турнир по NHL 94-му, блядь. Мы вчетвером, блядь, играли этот турнир 2 месяца, блядь, это вообще пиздец, нахуй, уже пидор, блядь, протормозил, блядь. Я не могу, блядь, всё, блядь. Я напоминаю, что я веду запись и потом выложу её в общий доступ. Да, блядь, я ему-то и в личку, блядь, не так говорил. Да это не так. Он, тем более, был, ты про кого-то другого говоришь, скорее всего. Ну, короче, видишь, и этот затягивает, и тот затягивает. Так, ну чё, я вроде тут проехал второй. Так, вроде не доехал. Не, ну проехал. Ну, какой-то лучший результат тут даже. Ну потому что я ни разу не ездил, наверное. Ну да. А ты один там не едешь, там не может я быть в корове. К следующему участку. Так, настройка, ремонт, блядь. Ну ладно, ремонт. Сначала ремонт делал. Так. Дифференциал. Кузов. Первые там пунктов 5, наверное, лучше поменять. Кузов, блядь, электроника нахуй не нужно не делать, никак на скорости не управлять. Так, еще раз почитаем, блядь, еще полсекунды. Так, баланс мощности, ну, будет, ну, смотри, вперед, назад. Ну, ладно, вперед, сила тормозов. Меньше силы, управляемость. Баланс мощности, подвеска. Мягкая, ну, мягкая, да, нормально. Мягонько. Мягонько, ну тут тоже нормально, совершенно вместе, сухо, сыро, ну я хуй знаю, короче, старт. Мог бы еще отремонтировать чуть-чуть, но... 3, 2, 1, старт. Катафоты поставили. 5 направо, затем 6 налево, затем 4 направо, да, подсветку. Динамо машину. Я говорю, динамо. Так а чё ты говоришь, ты тоже не ездил или чё? Я последний, ну, до этого турнира ездил году это в 2000 по-моему. Ну так надо тебе тоже сейчас получается ехать, да? Не, Финляндию-то я проехал чуть-чуть. А, проехал? Очень плохо. Ну, хуже меня проехал только Киргиз. 76 направо, затем 4 направо. Так, там скоро будет я. 75 налево. Блять, куда? Ага, ёпта, 75 налево, блять, тут я лох. Я уж думал, тут какой-то будет 90. Да блять, там вот, кстати, сейчас же вот после этого еще этапа. Как ты, блять, Акрополис в Греции, это странно. Там вот есть, блядь, на двух спецучастках, то есть, ну, на каждом. Под ёбка такая, а, там, блядь. Как, такой короткий этап. А, да, есть там, да, такой. И там времени потерял хуевую гору, наверное. Блять, ну ладно, надо было быстро уехать, конечно. То есть вот это в Акрополисе, блять, этот хуеплет тебе говорит в одну сторону, а стрелка показывает в другую, блять. А в другом месте там 50 тысяч этих знаков восклицания и поворот потом. А поворот стрелочкам она нету. Зато я почти не разбился ни на чем. Не надо деньги хуй на ремонт тратить на автосервис. О, старт, я что-то погоду не смотрю. А, погоду мог посмотреть. 3, 2, 1, старт. 4, налево. Затем 5, направо. 35, направо, через трамплин. 30, полет. 36, налево. Затем полет и 5, направо. Затем трамплин и 6 направо. 35 направо, затем 5 налево.
тут чихо. Затем 4 направо. 34 налево. 53 налево. 33 налево. 55 направо. Затем 4 налево. 34 направо. Затем возможен полет. 50 затяжной. 5 налево. Тихо. Сучка, 30 трамплинки. 4 направо. Затем возможен полет. 50 длинный. 4 направо. Я тут доебался, блядь, до всех сегодня. Кто смотрел фильм «Заражение» 2011 года? Я не смотрел. Еще тогда было все рассказано про нынешнюю ситуацию. Ну там, конечно, кино, там все закончилось отлично. И не факт, что нас ждет это же самое. Любой фильм про заражение будет про сегодняшний день. 56 налево, затем 6 направо, затем 6 трамплин, 34 налево, через трамплин. 50 поворот, 3 налево, дальше грави. Даже резидент вызвал. Привет, Андрей Фролов. Затем 6 налево. Это конец. Окей. Блять, таких 10. Пиздец вообще. Так, ну мои какие-то результаты. Ну понятно. Чего понятно? Ничего не понятно. Следующий. Так, что там информация, время суток, дорога, гравий, грунт. Да там главное смотреть погоду, дождь, не дождь там. А еще как тут смотреть погоду вообще? Ну, погоду. Вот этап, ну то есть самый первый там пункт вверху слева. А, и я понял. То есть там сначала общий короче, этап страны. Дождь? Охуенно. Не, не дождь, там облачно, а дождя, по-моему, нет, наверное. Ну если нет, это хорошо. Ну он может пойти. Нет, тут, по идее, есть значки дождя. Нет такого вообще. Не, вот, ну он просто может пойти, да, если там облачно. 2, 1, если солнышка нет, то тут... 55 направо, затем... Да, пиво заканчивается. Закончить, у меня облака 50, полет. Мерцают спрайтом. 50 вот. Полет. Неприятно. А, такая же хуйня, кстати. 54 налево через трамплин. Ты будешь там гроза какая-то, блядь. 30 длинный, 4 налево. Блин, туда ехать сюда. И возможен полет. 70 трамплин и 4 направо. 30 длинный, 4 направо и возможен полет. Ехай нахуй. Затем 5 направо. Через трамплин, затем 4 налево. 36 направо, затем поворот 3 направо, дальше грунт. Ебать. Стоп, полет. Что там, что там? Бля, чё-то не проебал тут. 76 трамплин, затем 6 налево. 50 трамплин и 5 направо, затем 5 налево через трамплин. 73 направо. Блять, стол пусков в поле. Главное не въебаться в одинокий стол. 54 направо, затем длинный 5 налево через трамплин. 70 поворот, 2 направо, не срезай, дальше гравий. Куда, блять? А, направо. 54 налево. 56 направо. 50 налево и полет. 34 направо.
Пизда, пизда, пизда. Нет, пизда, через возможен полет сложный. 35 налево, 30 трамплин и длинный 5 налево, открытый. 35 направо. 55 налево. 75 налево. Блять. 105 налево. Через трамплин. 56 налево. Еще пиво хочу. 70 длинный 5. На магазине за 3 рюмашки. Водки выпил и сейчас огурец вообще. Еду, налево. Глаза плюс. Затем длинный 5. Ну, в смысле, наоборот, нормально. Сфокусирован взгляд. Не знаю, может. Что за водка? Да, там типа царская вода. Да хули там. Хули нам царям, да? А это общее тут время еще показывается, да? Ну, да, там сначала время этапа. Так, что у нас здесь с погодой? Не там получается. Облако, солнышко, нормально. Что там играли? Ну ладно, старт. Шестой тут. Три, два, один. Старт. Пять направо, затем четыре налево. Дальше грунт. Затем направо и 4 налево. 30 полет, затем 4 налево. Сложный. Затем трамплин и 4 налево. Затем 4 направо. 35 налево. 56 трамплин, затем 6 налево. 154 налево. 30 направо, затем 3 налево. Блядь, учитель. 100. Длинный 5. Направо. Сложный. Через полет. Затем длинный 6. Направо. Сложный. 50. Трамплин. Затем 4. Налево. 54. Направо. 55. Направо. 34. Налево. И Райкенель тоже лопает постоянно. Только он, конечно, не ровист. 30 трамплин и 5 налево. 30 длинный, 4 налево. Осторожно, канал. Да, тоже песни есть. I'm not alcoholic. Направо. 54 I'm not problem. Блять. 35 налево через трамплин. Да? Затем 5 налево. 53 направо. Затем 4 налево. Затем длинный 5 направо. Затем 6 налево. 54 налево через трамплин. Затем 5 направо через полет. Затем 5 направо. 50 полет. Затем длинный 5 налево. 30. Возможен полет. Возможен. 36 направо. Затем 4 направо. 53 налево. Блять. 56 направо, затем 6 налево. 34 направо. Сложный. 56 налево. 30 длинный, 4 направо. Сложный. Не получается нихуя, да? 30 трамплин. Да не, получается, только я, наверное, очень медленно еду, потому что я, ну, как 35 бы, направо. Лишь бы не въебаться. На скорость как бы так. Ну судя по репликам, по регулярным. Блять, блять. Не, я нормально. Тут, в принципе, я почти не въебываюсь. Просто очень медленно, скорее всего. Можно гораздо быстрее. Ну, значит, быстрее меня проедешь. Эй. Так, продолжим. Седьмой участок. Что у нас с погодой? Погода нормальная.
Что там, там играю в игру? Все, я полностью починен. Погода. Да, нормальная идет погода. Что-то не нравится, кстати. Здесь восьмой этап, наверное. Блять! 36 налево.
Два налево. Два это типа с 90 градусов. Затем 5 налево. Стоп, 3 налево. 35 направо через полет. Затем 5 налево. 36 направо. Стоп, полет. Стоп, поворот 3 налево, дальше гравий. 36 налево. Поляки захотели просить. Осторожно, канала внутри. И 6, трамплин. 35 налево. 50. Полетел на затяжной. Присоединить к Ленинградскому округу. Дальше по ней захотели писечку. Ну это за голову. 70 полет, затем затяжной. Ничего будет. Ни одно. Они шизоиды ебать. Ну, говорю, он варкрафтовский есть, этот, Сосновку я, блядь, варкрафтовский, поляк. И, блядь, начал бомбить, что, блядь, на всех русских надо бомбу сбросить, и что какой-то их там Пшек, блядь, Великий Пшек говорил, что Польша будет до Урала, блядь. Да, это вообще пиздец. Ну, я говорю, блядь. А чё все он до Урала, ты не докурил там, до Великой Китайской степи. Чё вы хлебаете? Масштаб мышления у человека маленький. Вот до середины Тихого океана, до нулевого меридиана, что Польша. Так, погода нормальная. Да хули с шизоида взять. Не умеет глобально мыслить. Они обиженные, блядь. Сука. Девятый участок. 3, 2, 1. Старт. Блядь, вот. Новости на Яндексе читаю. 95 лет. Камин. Ну а хули, блядь? Да это серьезная хуйня. Да понятно, что серьезно, блядь. Блять! Ёбаный рот, блядь, как это я так ебался сюда? Как это поможет, помочь? Бля, что-то как-то очень... Люди паники не под... Да, люди ебанутые, сука, бегают с коронавируса, заражают друг друга, блядь. Им говорят, сука, сидите дома, блядь, пока не... Анализ не этот, анализ не возьмут, они убегают, блядь, помощи мамы. Поехали путешествовать. 53-4. Я, кстати, Тарантула сегодня писал. Затем 3 направо. Уже у нас врач, блядь, инфекционист. Ага, чё? Ну, он сказал, что всё это хуйня. 35 направо. Что именно? Ну, типа, за то время, пока он работает, уже затем было несколько эпидемий, про которые никто не знает. Вот, а про эту хуйню, типа, все сразу начали знать. Так, на самом деле, чё, такая херня, что будет. Не распространяли это все. Че вот про Китай ничего не говорят же. Че вот в Китае происходит? Че, блять, никто нигде не говорит? Ну, блять, Тарантул тоже как бы такой авторитет, что я ебу его. С бутылкой пива сказал. Не, ну он так-то не фельдшер, он другой врач. Ну и чё? Работал заведующий отделением на КПСе. 35 налево. Затем 6 трамплин. 70 полет, дальше грунт. Ну ладно. Ну лёдня. Затем 4 направо. Так что, Андрюха, выходи, дыши полной груди, пусть тебе чё. Да, пойду всем пожимать руки и сразу себе в ванну, потом пихать палец. Не плевать, никто. Мужики, не бьем все жопу, коронавируса нет, тарантул сказал. Хуйня. Андрюха, познайся, гречку все купил в магазине? Конечно. Конечно. Да, ну, про их двору, да. 55
Жрали мы всем двором. Вот раскрытие, можно ли заказать, блять, оформить банковскую карту, пусть зарубежную, без всякой хуйни. Или там с хуйней со всякой. Кто знает? Последний. Бля, с погодой мне повезло, короче. Похуй на тормоза, кузов, блять. Так, 14.6 электроника. Понимаю. 50 полет, затем 3 налево. Любитель. Конечно. Любитель. Все, что ли, надо было быстрее. Все, короче, я проехал. Я сейчас делаю скрины. Блять, я не знаю, чем я тут. Сделал скрины быстро, блять. Лишних вопросов задавай. Ну так, блять, правило там, блять. Делай хоть последний там, ой. Да ладно, что я сейчас выложу. А скринов не было, игры не было, игры не было. Тут вообще все, как бы, не подкопаться, вот я проехал, все, тебя слышно, всех слышно. Ну да, что еще надо? Кстати, подтверждаю, короче. Покинуть игру, спасибо, дорогие товарищи. Было же сейчас залью, прям. Ебани там за нас. Идут последние.